Офицер связи Генерального криминального ведомства ФРГ, господин Герхард Нойман. Герхард Нойман. Офицер связи МВД Республики Польша, господин советник Анджей Костум. Анджей Костум. Прошу, господа. Средняя скорость 130-140 км в час. По последним данным, поступившим в наше посольство, преступники будут хотеть попасть на территорию бывшего Советского Союза. Полковник, какие действия предпринимает ваша полиция? Преступников сопровождает эскорт из 5 полицейских машин. Абсолютный приоритет – сохранение жизни и безопасности заложницы. Мы намерены ни в чем им не препятствовать и будем готовы выполнять любые их действия. Какое содействие вы хотели бы получить с нашей стороны? Поскольку преступники есть эмигранты из бывшего Советского Союза и будут ехать, скорее всего, через территорию Польши и Украины, было бы желательно в сопровождении машины преступников иметь представителей спецслужб ваших стран. Надежда Ивановна, 3 кофе, пожалуйста. У нас есть высококлассный специалист по антитеррору и освобождению заложников. В данный момент он как раз находится в краткосрочном отпуске в Польше. Мы можем отправить в Германию одного из наших лучших коммуникаторов. Господин генерал, ваш человек в Польше может лететь с нашим сотрудником. Хорошо. Саша, срочно соедини меня с французом. У вас служат иностранцы? Нет, это профессиональный псевдоним. И хочу подчеркнуть, господа, ваши специалисты могут играть роль здесь только как наблюдатели или консультанты. И большая просьба. Никаких кардинальных действий. Заложница не должна пострадать. Отпустите меня. Зачем я вам нужна? Если ты сейчас не заткнешься, я вырву тебе язык. Зачем нам на Украину? Что мы там будем делать? Ты дурак, Андрюха, а? Да с такими бабками, да у нас. На нас менты спрячут, еще защищать будут. Это тебе не Польша и не Германия. Там закон один. Кто платит, тот и чемпион. Так что давай вперед из песни. Да. Понял. Сколько у меня есть времени? Хорошо.
Да мне плевать на ваши приказы с инструкциями. Там мать моих детей. Нет, я сказал. Сухом. Так. Жарко, детка. Давай я тебя проветрю. Тебе повезло, крошка. Тебе повезло, да? Ты любишь трахаться? Ты находишься в компании настоящих мужиков, которые при бабках. Ты посмотри, что он делает. Мы ограбили банк, взяли заложницу, пытаемся скрыться от полиции. Ты понимаешь, сколько нас уже висит? А теперь будет еще изнасилование. Ты что, охренел? Ты зачем остановился? Отпускай ее. Ты слышал, что я тебе сказал? Отпускай ее. А может, вместе с ней 300 тысяч евро легавым передадим? Брат, ты что? А? Мы выходим. А этот? Этот пусть делает все, что хочет. Мы сдаемся. Лучше отсидеть 10 лет за банк, сопротивление и заложницу, чем получить пожизненное за то, что этот мудак ее здесь грохнет. Андрюха, через 10 лет тебе стукнет 27. Мне будет 32, еще не старые. Начнем все сначала. Выходим, только медленно. И подними руки. Минуту, братья-акробатия. А? Думаешь, что так просто спрыгнешь? Не выйдет. Вместе завязались, вместе выпутываться будем. За руль. Заводи. Я своей шкурой за ваши зехеры расплачиваться не собираюсь. Давай, давай, давай. Шумахер, если не хочешь, чтобы я тебе дырку в башке сделал. Молодец. Послушный мальчик. Иди сюда. Звони своему полицейскому. Ответит. Давай мне трубку. Гюнтер. Да, все в порядке. С тобой хотят говорить. Слушай меня внимательно. Если хочешь увидеть свою ненаглядную целой и живой, отцепи от нас легавых. Ты все понял? А это не мои проблемы. Че стоишь? Поехали! Не могу, не могу. Молодец какой.
Что еще о них известно, кроме того, что они говорят по-русски? Трое мужчин среднего роста, предположительно 20-30 лет, вооружены. Завладели оружием немецких полицейских. Носят маски трикотажные красного цвета. Это что, символика? Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность. Жадных воронков не хотим. Никаких требований не предъявляют. На контакт не идут. Похоже на обычное ограбление. Угу. Что делают немцы? Возят их на 5 машинах. Есть еще 6-я. Муж заложницы самовольно вклинился в погоню. Он лейтенант полиции, не подчиняется приказам. Дров уже много успел наломать? Не понял. Ну, натворил уже. Много чего? Пока еще нет. Ну, значит, все еще впереди. С вами будет работать наш наилучший сотрудник. С вами будет работать наш лучший сотрудник. Психолог-коммуникатор. Психолог-коммуникатор. Капитана Ковальскую, до мне. Капитана Ковальскую ко мне. Слухам. Ванда Ковальська, психолог, комунікатор, спеціаліст по веденню переговору. Комунікатор, значить. Понятно. Майор Остапчук, Україна. Проведення спеціальних операцій. Спеціальних операцій. Очень приятно. Да, очень приятно. Що ж не гра? Да все нормально. Что-то не так? Надеюсь, вы сработаетесь. Через 5 минут самолет. На всякий случай оружие мне приготовьте. Добрый. Хорошо. Ну что, трудно бы объяснить? Ну это же аврал, я оставил телефон. А ты думаешь, что я позвонила бы по нему тебе, да? Ну я бы позвонил. Угу. Ты знаешь мой номер? Узнал бы. Давай в самолете поговорим. Нас ждут. Угу. Proszę się przygotować, bo już jesteśmy prawie na miejscu. Dziękuję, komandir. A ty уверен, что мы их в правильном месте ждем, а? В правильном, скоро появятся. А вон они. Ты смотри, а? Не как в войнушку решили поиграть. Я... Ну, сейчас и мы поиграем. Я против решения проблем с использованием оружия. Я считаю, что все можно решить мирным путем. Ладно, напарник, садись, там будет видно. Анжей, до польской границы 30 километров. Да. И мне это не нравится. Very good. Господа. Коллеги. Наше руководство приняло решение не препятствовать преступникам. Вы можете обеспечить проезд конвою через границу? Они будут там минут через 10-15. Я должен говорить с президентом. Может решить только он. Да. Jestem Andrzej Kostum, польская амбассада.
Украина. Повляньте мне президента. Только за 20 минут. Но это катастрофа. Надо задержать их перед границей. Но это тоже время. Я не командую пограничниками. Их просто расстреляют на границе. Господи. Вы не возражаете, если их придержат? Наш специалист. Других вариантов нет. Конечно. Саша! Слушаю, товарищ генерал. Срочно соедини меня с Виктором. Да, товарищ генерал. Витя, как обстановка? Следуем в конвой с капитаном Ковальской. Пока все тихо. Сможешь задержать его? Машину преступников, пока поляки откроют границу. Постараюсь, Андрей Александрович. Останови. И держи до моего звонка. Хорошо. Но помни, жизнь заложницы главная. Понял, товарищ генерал. Ты не забыл, что мы всего лишь наблюдатели? Так и есть. Просто вблизи лучше наблюдать. Держи руль. Зачем тебе оружие? Оружие необходимо, чтобы вести переговоры. Держись, капитан. Это что за дебил? Да что ты делаешь? Не останавливайся. Трепло. Не тормози, я сказал. Лежи тихо. Руки на голову, лицом на руль. Отвалите, суки! Иначе убью заложницу! Нет, он убьет меня. Скажи, не стреляйте. Скажи, чтобы успокоилась. Релакс, успокойся, Тереза. А вы слушайте сюда. Сейчас 10 минут курим. Потом валите на все 4 стороны, ясно? Он говорит, что через 10 минут поедем. Брешет, падла, они готовят группу захвата. Хочешь жить, прорывайся. Как? Я у него на прицеле. Хорош дергаться, голову на руль, а то... Освободи дорогу. Это еще кто? Это, скорее всего, муж заложницы. Что он хочет? Он хочет, чтобы ты освободил дорогу. Генуг zu schwatzen! Хватит болтать. Переведи, чтобы отъехал. Переведи этому придурку, чтобы он убрал пушку и убирался отсюда нахрен. Я жду 10 секунд. Виктор, я тебя умоляю. Делай то, что он говорит, он не в себе. Делай то, что он говорит, я прошу тебя. Гюнтер! Гюнтер, не делайте глупостей. Вас арестуют, и уже никто не поможет Терезе. Гюнтер, мы контролируем ситуацию. Пожалуйста, опустите пистолет. Вот ведь козел. Андрюха, кажется, нам подфартило.
А что, Петрович, ты неплохо устроился. Одну минуту, Серега, с делами разберусь и поговорим. Галку позовите. Галка, тебя к телефону. Да. Хорошо, сейчас буду. Вызывали, Петрович? Вызывали. Здрасте. Помнишь вчерашнее ограбление банка? Ну... Освежи в памяти. Банда вооруженных преступников совершает налет на Шпаркассе в немецком городе Врештет. Берут заложницы служащую банка Терезу Краубе, увозят ее и 300 тысяч евро на микроавтобусе. Их преследует полицейский конвой. В погоне принимает несанкционированное участие муж заложницы, лейтенант криминальной полиции. По данным немецких источников, преступники славяне, эмигранты. За минувшую ночь они промчались через всю Германию до польской границы. Что происходило в последние часы, неизвестно. Лихо. Я так понимаю, нужен репортаж. Угу. Точку. Прямо сейчас и поедешь за ним. Держи билет на самолет, чтоб через 3 часа была в Польше. Ну, у вас и шуточки. Если отказываешься, так и скажи. Я отказываюсь. Я суточных жду. Так, давай, дуй, дуй отсюда. Да ну, я уже 3 года как не видел. Угу. О, приницы. Водка. Спасибо, хорошо. Ну что, Витки, мы тут еще 3 дни простоим. Не, Галка решит проблему с погранцами. Она у нас пробивная, увидишь. Кто? Эй, Интер, присоединяйтесь. Спасибо, ребята, но мы на работе. Хай вона буде проклята, та работа. Так вот уж. Что думаешь, дядя Вась? А что думаю? Ни хрена не думаю. Зараз прибежит наша, так и кипиш под ними, хай Бог воронить. Это точно. А. Слухай, только. Что? Ты ей скажи, чтобы она не учила, как мне ехать. Это, дядя Вася, ты сам скажи. Она у нас старшая группа, имеет право. Старше она будет, когда за баранку сядет. Вот так ей и скажешь. Так, мужики, все. Так, Галю. Таможня дала добро. Быстренько, сказати. Дядя Вася, быстро. Да ты подожди, подожди. Давай, давай, заходи. Я тебе что хотел сказать, что... Быстрее, дядя Вася, заводи. Все. Сбегоби. Барабас обнаружил вас. Говорил я вам, а вы сдаваться. Все идет по плану. Карту дай. Это там в Германии ты был королем. А здесь у поляков твоя немка до задницы. Выкатят поперек дороги БТР и финишируют наши ралли. В тюряге. Херки, да Украина уже доплюнуть можно. Дай карту. Зачем тебе карта? Баранку крути. Карту сюда дай, если ты хочешь, чтобы я оторвался от легавых. Андрюха, возьми и прикинь, где мы. Там есть впереди уходы, повороты, развязки. Так, вот. Километр через 10 будет поворот направо. Еще один правый через 3. И через 7 будет развязка перед городом. Стоп. Годится. Да. Такого у меня еще не было. Ты про гостиницу? А в каком смысле? Да в гостинице было все великолепно. Я вообще-то про этого долбанного немца. Веришь, мне еще никто в жизни безнаказанно пушку к башке не представлял. Башка — это что? Голова. Ничего, вот закончим эти догонялки дурацкие. И что? Ты вызовешь его на дуэль. Зачем дуэль?
Морду набью, уроду. Грубое животное. Надумал. Попробуем оторваться. Все, теперь их надо стрелять, как бешеных псов. Нет, там закладничка, ты не можешь стрелять. А-а, закладничка. А там минимум 3 трупа. И неизвестно, сколько впереди. Нихера. Гонка только начинается. Какая гонка? Слушай, еще раз рыпнешься. И что? Что? Виктор, ты должен что-то придумать. Я обязана с ними поговорить. Понимаешь, я смогу их остановить, я потому сказал, что... Я сказал, нет, Ван. Приказ боишься нарушить. За тебя, коммуникатор, боюсь. Еще двое с тяжелыми травмами. Что ваши собираются делать, Анджей? Будет проведена операция захвата. Но там же заложница. Там погибли наши люди. Анджей, я не имею права говорить это без приказа. Тереза Краубе не просто заложница. Она дочь Германа Гросса. Матка Божья. Бензина осталось километров на 30. Чем ты раньше думал, а? Номер! Номер давай! Телефон! Угомонись, псих, она по-русски не рубит! Телефон дай сюда. И кому ты собрался звонить? Я тебе сказал, телефон дай сюда! На... Сами позвонят. Ну и что вот они хотят? Пообщаться или новую модную мобилу? Сейчас узнаем. А вы боялись? Ты кто? Капитан польской полиции Ванда Ковальска. С кем я говорю? С Брежневым. Лохудра, слушай внимательно. Нам нужен бензин. У вас есть 30 километров, чтобы нас заправить. Ну, я не знаю, есть ли по дороге заправка. Это твои проблемы. Подгоняйте бензовоз, сливайте свой. На заправке никого не должно быть. Никого! Кто тогда заправит? Сами заправимся. Хотя нет. Заправишь ты. И помни, терять мне нечего. У нас заложница.
А в тюрьму я не сяду. Я все поняла. Но прошу вас, тогда сбросьте хотя бы скорость, иначе мы не успеем. Пропустите нас. Валите. Ну что, бензин требуют? Да. Говорят, что у них осталось только на 38 километров. Тогда прибавим. Окей. Герхард, бросьте курить. Съешьте бутерброд. Требования преступника выполняются, так что ваша эксклюзивность заложницы ничего не угрожает. Проверь. Есть. Я прошу прощения. Да? Я могу попросить выпить? Я думаю, нам всем не помешает. Нина, там в холодильнике. Принеси бутылку водки. Чьи-то? Как круто. Можешь ехать. Шибко. Шибко. Рыжку выплю. Пане капитан, еще раз повторяю. Пане капитан, еще раз повторяю. Ситуация изменилась. Никаких переговоров. От вас требуется убедиться, что заложница жива, и заправить машину. И прошу вас. Прошу паню уважать на себе. Берегите себя. Я уверена, мы найдем правильное решение. Шибко! Все уходим. Быстро. Ну, будь осторожна. Хорошо. Если что, я буду рядом. У меня объектив, а не телескоп. Добше. Дякую, Барто. Принеси себе рюмку. Андрей Александрович, я не пью. Сегодня можно. Хорошая водка. Так, так. Bitte. Danke. За здоровье этой девочки, которая там в микроавтобусе. Дай бог ей выдержки и везения. Надеюсь, Бог услышит нас. Слухам. Их сейчас заправят. Через 2 часа они будут у польско-украинской границы. Галка, микроавтобус. Yes, бери их, Толян.
Так. Мужики. Вы понимаете, что сейчас реально менты могут попытаться нас взять? Делаем так. Ты, Виталий, прикройся заложницей и приставь к ее башке пистолет. А я заправь, что возьму на мушку. А ты, Андрюха, спрячь пистолет и ныряй назад. С какой стати? Там безопасно. Лезь, я тебе сказал! Я что, здесь совсем ни при чем, Артур? К счастью, пока еще нет. Этот взял заложницу. Я замочил уже людей. Так что в случае чего, вали все на нас. Не понял. Шумахер, ты че, его хочешь отмазать? Бомбили банк вместе. Бабки брали на троих, и ответим вместе. Старик, мы и так с тобой уже по уши в дерьме. Если малый сядет, тебе что, легче станет, а? Или срок скосят? Виталий, я тебя прошу, не бери грех на душу. Он же еще пацан. Ребенок. Я не ребенок. Ладно, хрен с ним, пусть живет. Пригнись. Ага, разбежался. Так, приготовились. Поехали. Давай, заправляй. Я должна убедиться, что заложница в порядке. Скажи, пусть немка что-нибудь вякнет. Иди сюда. Давай. Я в порядке. Спасите меня. Довольно? Начинай. И без резких движений. Хорошо. У меня есть предложение. Стой молча и не дергайся. Я полька. И капитан полиции. На территории Польши я более выгодный заложник, чем эта маленькая немецкая бухгалтерша. Конкретней. Вы отпускаете ее. И вместо нее берете меня. Интересное предложение. Сама додумалась? Или начальство приказало? Это моя частная инициатива. Понятно. А ну, встань туда. Частная инициатива. Раздевайся. Зачем? Мне не нужны сюрпризы типа ствол, газ, граната. Раздевайся. Подними руки. Руки подними, я сказал. Теперь медленно повернись кругом. Повернись кругом, сука! Вот урод. Теперь подойди к машине и немного приоткрой дверь.
Быстро, я тебе сказал. Руки на крышу. Сейчас заложница выйдет через заднюю дверь. А ты синхронно с ней сядешь в машину. Виталий, скажи немке, пусть медленно подойдет к двери. Дура, не делай этого. Ничего, ничего, распогодится. И ничего, ничего, распогодится.